Друзья, всем привет! Сейчас у меня такой период времени, когда я стараюсь на ужин кушать белки с овощами. Для дюканщиков это дни белково-овощные, да? Вот, решил приготовить себе блюдо, ну, естественно, записать на камеру и поделиться с вами. Значит, для начала берем филе куриной грудки и нарезаем примерно вот такими кусочками. После я беру одну большую луковицу и думаю, что половинки мне хватит. И тоже нарезаю ее полукольцами. После беру такой вот один довольно-таки немаленький болгарский перец. И тоже нарезаю его такими вот соломками. Так, далее беру 3 зубчика чеснока, думаю, достаточно. Кто не очень любит чеснок, можно и без чеснока, в принципе, или просто поменьше. И нарезаю вот такими вот кусочками. Ну вот, вроде все приготовили, теперь же приступим к самому процессу приготовления. Итак, берем антипригарную сковороду и наливаем норму подсолнечного масла. Обжариваем наше куриное филе. Итак, мяско у нас поджарилось, мы его пока выложим в сторону. Далее же в эту же сковородку, так как она у нас слегка уже промасленная, мы обжариваем лук. И сюда же добавляем сразу же чеснок. Обжариваем, пока у нас лук не даст аромат жареного лука. Лучок слегка поджарился, теперь же добавляем сладкий перец. И поджариваем где-то минуту-полторы, чтобы у нас перчик немножко смягчился. После я добавлю столовую ложечку яблочного уксуса. Еще добавлю соевого соуса, ложечки, наверное, 2-3. Теперь же добавляю мясо, солю и поперчу. Можно, конечно, еще добавить каких-нибудь специй. Все хорошенечко перемешиваю. Закрываю крышку, убавляю огонь до минимума и оставляю тушиться минут 15-20. Ну что ж, друзья, вот таким сегодня я ужином себя решил побаловать. Так что, если вам понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал и приятного аппетита! До скорой встречи!